Отматываем 1 метр и разрезаем на 3 равные части. Складываем 1, 2, 3, 4 и разрезаем на лепесточки, не дорезая до края, 5 сантиметров. Теперь вырезаем лепесточки, обрезая край. Они должны быть острыми. Теперь собираем наш заборчик в гармошку и скручиваем. Разворачиваем и каждый лепесточек растягиваем в центре. Берем нашу серединку и приклеиваем первый ряд лепестков. Следующий ряд лепестков мы будем наклеивать так, чтобы закрыть вот эти промежутки.
Третью полоску нарезаем аналогично. Теперь отматываем еще 1 метр. Так, складываем и разрезаем на 2 части по 25 сантиметров. Теперь складываем 1, 2, 3. И разрезаем на лепесточки, не дорезая до конца, 5-6 сантиметров. Теперь смотрите, как мы будем вырезать лепестки. 1 часть будет острой, а 2-я круглой. Вот что у нас в итоге должно получиться. Если где-то надо подровнять, разворачиваем и подравниваем. Собираем гармошкой и скручиваем в нижней части. Теперь берем наши лепестки и каждую часть заворачиваем внутрь.
наклеиваем на наш цветок. Пока у меня клеевой пистолет будет нагреваться, я вырежу вторую такую же полоску.